Привет, подожди, не перематывай начало. У меня к тебе один вопрос. Слышал ли ты о такой компании, как финансовая пирамида? Если ты слышал, то я думаю, узнал ты о ней примерно так. А, привет, не занят? Да нет, а это кто? В общем, меня зовут Марк Пиздобольский, и я тебе хочу пригласить в свою команду по инвестициям. Это совершенно новая криптовалюта, которая исчезнет ровно через... Это еще один новенький проект, который совсем недавно всплыл в сети и разработал свою криптовалюту под названием ARTR. Но стоит ли сюда вкладывать свои деньги и можно ли заработать на данном проекте? Нет, еще раз нет. Ведь перед нами, друзья, еще одна финансовая пирамида. А там, где присутствует финансовая пирамида, будет мошенничество в 99% случаев. Ведь создаются они только ради одной цели, и не ради того, чтобы помогать своим инвесторам, а банально собирать деньги со всех вкладчиков и присваивать себе в карман. Для чего? Чтобы те, в свою очередь, просто вкладывали сюда свои деньги. Но только есть одна проблема, и заключается она как раз в том, что инвесторы будут покупать криптовалюту, например, за $20, но ее стоимость на бирже будет $2. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам, то есть обесценивается она в десятки раз. Данный проект работает как финансовая пирамида в классическом ее проявлении. А админы просто присваивают деньги себе. Вот вам и инвестиции. А именно так и поступает большая часть инвестиционных проектов на данный момент. В особенности, если вам обещают пассивный доход. Давайте разбираться и разберем Artery Network во всех деталях. Да, нужно побыстрее разобраться, чтобы вы не успели вложить свои кровные в этот крутой проект. Artery Marketplace – торговая площадка, где каждая компания сможет разместить свои товары и услуги. Все компании будут работать как единая сеть, в которой клиенты одной компании автоматически будут получать бонусы. Это некое подобие легенды, которое здесь можно найти, поскольку она разбросана кусками по сайту. Также нам сообщается, что компания будет постоянно развиваться, а значит логично, что ARTR будет тоже расти. То есть нам пытаются активно убедить в том, что тем самым инвесторы смогут всегда получать гарантированный пассивный доход. Но так ли это на самом деле? Да нет, конечно. Единственный человек, который что-то будет отсюда получать, это сам создатель. И все. Юридическая информация. Самое интересное, что у нас здесь есть. Но есть ли в ней смысл? Artery Marketplace зарегистрирована на Сейшельских островах. А это одно из самых известных офшорных зон. Что это может значить для клиента? Если вы, например, там не живете, то вы никак не сможете урегулировать свои права в суде с Artery Marketplace. Для вас подобная регистрация не несет никакой ценности. Плюс не стоит забывать тот факт, что большинство лохотронов регистрируется именно в офшорных зонах. И на это существует парочка причин. Во-первых, это стоит $1000, а в интернете полно различных шарашкиных контор, где можно это спокойно сделать. Во-вторых, многие пользователи не особо уделяют внимание такому пункту, где зарегистрирован сам проект. Им достаточно, что сама регистрация присутствует как факт. Ну и якобы есть юридические данные. В общем, если вы видите, что проект имеет регистрацию в офшорной зоне, то следует бежать оттуда куда подальше. И неважно, брокер перед вами или инвестиционный проект. По поводу отзывов, тут вообще все прикольно. Множество негативных отзывов, недопонимание, как так можно и так далее. Как именно обманывает Artery Network? Начнем с того, что инвесторам предлагает покупать новую криптовалюту ARTR. Не на бирже, а именно на самом проекте. Значит, на бирже еще валюты нет. Тем самым, админы проекта могут вам сами активно рисовать рост валюты. Но в реальности никакого роста не будет. Вы будете видеть искусственные графики, таким же образом деньги прямиком будут идти в карман к аферистам. Особое внимание стоит уделить правилам проекта, где черным по белому идет отказ от ответственности, что вам и не стоит ждать выплат. То есть, логику мошенников следующая. Денег они с вас хотят, но выплачивать вам никто ничего не собирается. По факту, вам могут заплатить только 1/10 от вашего депозита, а остальную часть оставить себе. Ну что ж, Artery Network – это не инвестиционный проект с новой криптовалютой, а банальная финансовая пирамида, где можно потерять свои деньги, но в итоге так и не дождаться своих выплат. Данный проект рассчитан на очень доверчивых инвесторов, которые интересуют тема пассивного дохода, и на тех людей, кому реально жмут карманы деньги. Друзья, не будьте слишком доверчивы к предложениям в сети. И, пожалуйста, предупредите своих близких. Всем спасибо, всем пока.